Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Импортозамещение в действии. В Самарском университете спроектировали имплант шейного позвонка. Слепили из того, что было. Студенты Академии Наяновой показали свое видение Самарской крепости. Вальс, полька, подыграс. Самарские школьники готовятся выступить в Кремле на кадетском балу. Импортозамещение в медицине. Ученые Самарского университета спроектировали и изготовили на 3D-принтере экспериментальный образец импланта шейного позвонка. Сейчас в медицине применяют зарубежные материалы. Их изготовление занимает время и стоит недешево. Разработки самарских ученых позволят улучшить производство имплантов сразу по нескольким критериям. Каким, расскажет Олеся Корецкая. На первый взгляд, это деталь от конструктора. Имплант для позвоночника состоит из трех частей. Сама технология замены суставов не новая, но именно совместная работа ученых Самарского и медицинского университетов позволит создавать вот такие отечественные импланты гораздо быстрее и без ущерба для качества. Это тот случай, когда стоило заново изобрести, но не велосипед, а имплант шейного позвонка. Ученые Самарского университета совместно с медицинским вузом и больницей Пирогова улучшили стандартный образец и создали свой через сотни экспериментов и научных опытов. Данный имплант он получен методом селективного лазерного плавления, то есть лазер плавит частички металла, вот, сплавляет между собой и как бы слой за слоем получается изделие. Замена шейных позвонков – распространенная операция. Необходимость поставить имплант возникает при остеохондрозе, онкологических заболеваниях, после травм у спортсменов. Больше половины населения планеты после 40 лет попадает в группу риска. И получается, у нас есть верхний и нижний позвонок, и, грубо говоря, болтами вкручивается в позвонки. И вот этот вот имплант, он как раз их скрепляет между собой и позволяет там человеку, скажем так, не лежать, жить дальше. Сейчас больным ставят импортные образцы. Их изготовление приходится долго ждать, и стоят они дорого. Производство отечественных имплантов из российского сырья позволит экономить сразу несколько ресурсов – время и деньги. Металл – это чистый титан. Он наиболее биосовместим с человеческим организмом. И исследования показали, что он интегрируется в клетки человека и не вызывает токсичные реакции. Такой имплант может прослужить до 15 лет. В своих разработках самарские ученые пошли еще дальше. Каждую деталь можно создать анатомически адаптированной. 3D-принтер за несколько часов напечатает позвонок с учетом всех особенностей строения позвоночника. Сейчас разработка самарских ученых находится на стадии эксперимента. Впереди клинические исследования отечественных имплантов на совместимость с тканями человека. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Улицу Молодогвардейскую в Самаре перекрыли в обе стороны из-за утечки воды, предупреждает ресурсная компания. На участке между Первомайской и Полевой ограничено движение с 11:30 до окончания аварийно-восстановительных работ. Водители просят внимательнее отнестись к выбору маршрута. Далее коротко о других темах дня. Самарский областной суд рассмотрит дело об убийстве топ-менеджера завода Тарасова Олега Новикова. Его застрелили из автомата рядом с проходной предприятием в ноябре 2004 года. Кроме топ-менеджера погиб шедший на завод грузчик. На скамье подсудимых окажутся Алексей Скрипниченко и Андрей Богданов. Им вменяют бандитизм, убийство, незаконное хранение оружия. Кроме расстрела Новикова, согласно материалам дела, в 2008 году они совершили покушение на убийство тольяттинского предпринимателя в Нижнекамске. Вечером в понедельник, 28 ноября, в соцсетях стали появляться фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен бегающий по жилым кварталам Приволжского микрорайона Самары дикий кабан. В частности, автор одного из постов сообщил, что видел животное около 9 часов вечера в районе Барбошиной поляны. В соцсетях также появились видео с регистраторов автовладельцев, запечатлевшие кабана во дворах. В обсуждениях говорилось о том, что люди сообщали о появлении дикого зверя в полицию, а стражи порядка отвечали, что ведут по данному сообщению работу. С 1 декабря сократится количество рейсов на маршруте Самара-Рождественна. Это обусловлено ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки. Информацию об изменениях в расписании и о фактическом выполнении рейсов можно узнать в справочной службе речного вокзала по телефону 222-9337.
Самара попала в топ-10 российских городов, самых популярных для отдыха в новогоднюю ночь. В этом рейтинге также оказались Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Екатеринбург, а на первом месте традиционно Москва. Исследование основано на данных поиска и брони отелей для проживания в новогоднюю ночь. При этом в Самаре сутки обойдутся дешевле всего, чуть больше 3000 рублей, а в Сочи дороже всего, свыше 6000. Музей «Модерна» устроит цикл экскурсий для самых маленьких зрителей на зимних каникулах. Гостям предложат посетить экспозиции «Джентльмены предпочитают» о мужских увлечениях рубежа 19-20 веков, а также женская мода в стиле «Модерн» из коллекции Александра Васильева. На нее можно будет попасть до 15 января. Выставка состоит из платьев и костюмов эпохи правления императоров Александра III и Николая II. Чистоколы, зубочисток и карандашей. Студенты Академии Наяновой показали свое видение того, как выглядела старая Самарская крепость, а также обсудили судьбу фрагментов крепости, раскопанной на Хлебной площади. Макеты школьников оценила и наша съемочная группа. Карандаши, пенопласт, пластилин, акриловые краски, творческий подход и фантазия. И вот ученики 6 класса представляют свой макет Самарской крепости. Чтобы сделать ее похожей, как на гравюре Адама Алиария 1636 года, ребята потратили 3 дня, работая вместе в 36 рук. Мы работали вместе в коллективе, это было очень интересно, а главное, мы коллективно думали, и у нас получалось гораздо лучше, нежели, допустим, кто-нибудь один из классов всем этим занимался. Студенты Академии Наяновой в течение 2 месяцев изучали образы старой Самарской крепости. Чтобы подготовить свои макеты, просматривали фрески, гравюры, картины и вчитывались в книжные и летописные описания крепости. Лучшие работы представили на дискуссии о судьбе Самарской крепости. Ребята со школьного возраста начинают погружаться в историю своего города. И очень хочется надеяться, что идея сохранения исторической памяти – это будет одна из тех идей, которые позволят дальше очень бережно и очень внимательно относиться к истории, к своему историческому центру. А в историческом центре продолжаются раскопки. Напомним, на Хлебной площади обнаружили фрагменты крепости 17 века. Их дальнейшая судьба пока обсуждается. На месте крепости появится либо музей, либо фрагменты законсервируют, сделав стеклянное покрытие и подсветку. И дискуссии даже в школах дадут определенный импульс к принятию окончательного решения. Марьяна Мирная, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Вальс, полька, подыграсс. Самарские школьники готовятся выступить на международном кремлевском кадетском балу. Представлять регион будут 20 танцоров. Чтобы достойно показать себя на таком высоком уровне, ребята готовились несколько месяцев, знакомились с бальной культурой, разучивали движения. На генеральной репетиции побывала Алина Чемерес. Осанка, легкие движения, старинные танцы. Сегодня на генеральной репетиции кадетского бала дамы в пышных платьях, кавалеры в военной форме. Свою партнершу Ангелину семиклассник Георгий называет принцессой. За время репетиции, говорят, танцоры подружились. Вальс, позефир, кадриль. Главное, шутят, не перепутать движения. Конечно, тяжело. 20 танцев запомнить, это тоже как бы... Но все равно, когда получаешь удовольствие от этого, как-то усталость не чувствуется. Базовые движения учили на протяжении 1 месяца. 10 пар из 170-й школы военно-патриотического клуба «Юность» и центра «Кириллица» сегодня кружат в танце в Доме пионеров, а уже через неделю выступят в Москве на международном кремлевском кадетском балу. Туда попадают только лучшие в регионе. Праздники старинных танцев для кадетов проводят с 2013 года. Честь выступить в столице самарским парам выпала впервые. Прекрасные дамы, помимо репетиций, со всей ответственностью подходят к выбору нарядов. Я подбирала пока под костюм кавалера, потому что у него красные погоны. Чувствую, что в 19 веке как будто в сказке в какой-то, как будто волшебный мир какой-то. Мой образ не совсем соответствует бальному, но все же невозможно сидеть на месте, когда вокруг тебя танцуют такие пары. Сейчас мы танцуем падеграсс. Этот русский бальный танец конца 19 века. Для него характерны движение по кругу и легкий шаг. В царской России офицеров обучали бальным танцам в обязательном порядке. Специалисты говорят, во время вальса или польки требуется не меньшая выносливость, чем при боевой подготовке. Когда пушки разговаривают, музы молчат. Мы давайте наоборот скажем. Когда пушки затихают, музы должны говорить. Человек должен быть что-то прекрасное, он должен уметь ценить это прекрасное, жизнь ценить. Тогда, наверное, он будет полноценным человеком, гармонично развитым. Сама техника танца заставляет их быть представительными. И держать осанку, и выказывать уважение к партнеру.
В Москву самарская делегация отправится 5 декабря, бал состоится 8-го. Ожидается, что кружить в танце одновременно будут около 1000 человек со всей страны, а также из Армении, Сербии, Китая и Белоруссии. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, «События». Музыкальные дебюты конкурса с одноименным названием проходят в Самарской 7-й городской музыкальной школе. В этом году свое мастерство пришли продемонстрировать почти 100 человек из разных музыкальных учебных заведений города. С будущими звездами познакомилась Лариса Шалафаст. До выступления остаются считанные минуты. Ученица 7-й музыкальной школы Алена Ключикова повторяет концертную программу. Для нее это уже не первый музыкальный конкурс. Игре на домре она обучается 3 года и уверена, выступление перед публикой – это хороший опыт, который помогает оттачивать свое мастерство. Когда играла, пальцы разрабатывают, что потом еще это лучше играла. Конкурс для молодых дарований проходит при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики уже несколько десятилетий. Для многих участников это первое в жизни такое испытание. Показать свое мастерство в этом году пришли почти 100 ребят из разных музыкальных школ города. Это наполовину больше, чем в прошлом году. Всех участников распределили по группам. В программе выступления гитаристов, пианистов, баянистов и аккордеонистов. Момент успеха у маленького ребенка, у маленького человечка всегда должен присутствовать. Момент успеха. Конечно, для него это, для сцены, это наши аплодисменты. Это его награда, это его потом память в будущем. А в дальнейшем стимулирует к хорошей высокой учебе, и чтобы получился, ну, может быть, выдающийся музыкант. Мы отмечаем практически каждого ребенка, давая возможность ему полюбить свой инструмент, привить ему любовь. Мы пытаемся не как большой конкурс, так как в спортивном интересе, а дать возможность даже ребенку, который неудачно выступил. Я придумал такие, например, названия, как «Это наша надежда», «Приз надежда», «Это наше будущее музыкальное». Вот, чтобы дети как бы остались награжденных. Музыкальные дебюты – отличный старт для будущих выступлений, говорят педагоги. Победители конкурса смогут принять участие в более масштабных фестивалях регионального и федерального уровня. Организаторы обещают, в финале конкурса без награды не останется никто. Лариса Шалафаст, Константин Головин, «События». Со Всероссийским днем матери, который пришелся на минувшие выходные, поздравили не только людей. В самарском зоопарке организовали экологический праздник «Наши зоомамы». А их в вольерах немало, уже более 700. С мамами и их потомством пообщалась наша съемочная группа. Ягуару Азару уже 5 месяцев. Малыш вырос, сейчас он весит 11 килограммов, и ему потребовался собственный вольер. Теперь он живет отдельно от мамы. Место есть уже, попрыгать поделить. То есть он жил раньше в кабинете, он его начал потихоньку разбирать, прикусая, в общем, и поэтому его сюда посадили. Всего в этом году в самарском зоопарке потомство появилось более чем от 20 видов животных. Про детенышей и их родителей рассказали школьникам на празднике «Зоомам». Ребята смогли погладить лиса и волка, которые родились в зоопарке, а также поучаствовать в познавательной викторине. В зоопарке есть много так называемых «Зоомам», у которых также недавно появилось потомство, и о которых нам бы очень хотелось рассказать. Ведь если все ребята будут знать о том, что в природе тоже есть место нежности, есть место материнской заботе, внимательности, то и к природе они будут относиться бережнее. Сейчас наступлением зимы в зоопарке нового потомства не предвидится. Но в новом году первыми появятся дети у австралийских страусов эму. Их брачный период начинается уже в декабре. А значит, в январе у самарского зоопарка станет одной мамой больше. Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Будет где отдохнуть. Этой зимой в городе зальют 112 катков. Чтобы и следа не осталось, объявления о продаже спайса массово закрашивают. Когда алкоголь начнут продавать без паспорта, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Хотите получать свежий номер «Самарской газеты» раньше всех и к тому же бесплатно? Легко. Скачивайте приложение для iOS и Android и читайте «Самарскую газету» там, где это удобно вам. Жизнь областной столицы всегда в вашем мобильном. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.